Сегодня я расскажу о том, как улучшить сотовую связь дома, на даче или в офисе, на конкретном примере. В мире еще много белых пятен, в которых нет сотовой связи. Вот она буквально рядом, в 100 метрах есть, а прямо вот там, где надо, ее нет. Вроде и вышка недалеко, и место самое обычное, а интернет ползет со скоростью черепахи. В эту ситуацию попала и компания «Триада» после переезда на ЛОМО, Ленинградское оптико-механическое объединение. Ни Билайн, ни Теле2, ни МТС, ни Мегафон. Нет интернета. Нет интернета через сотовую связь. Да, наши инженеры сделали Wi-Fi, но он тоже не покрывает всю занимаемую площадь, а она у «Триады» большая. Да и обычные звонки, честно говоря, доходят через раз, а то и через два. Обычные телефонные звонки. Для исправления ситуации компания «Триада» применила репитер и антенну собственной разработки. Вот что разработали, то и применили. Получилось очень хорошо. В качестве репитера мы использовали купленный 7 лет назад образец. Репитер усиливает все сигналы сотовой связи всех операторов, попадающие к нему на вход, и передает сигналы на выход. То же попадает к репитеру на вход. То, что примет и передаст на репитер антенна. Хорошая антенна. Антенна «Триада» 26106.